Счет 3-3. Серьезные испытания для Лианы Имнадзе и Роберта Авакимова уже позади. У этих спортсменов за плечами не один поединок. Особенно сложными были соперники на чемпионате Европы на Кипре. Из 400 участников со всего континента сочинцам удалось взять сразу две награды – серебряную и бронзовую медали. А в командном зачете спортсмены Краснодарского края забрали золото. У нас 2 золота, 2 серебра и 4 бронзы. Из них 2-е место и 3-е – это у нас спортсмены с Краснодарского края, которые здесь в Сочи проживают, здесь тренируются. 2-е место – мальчик 14-15 лет категории. Благодаря краевой программе развития физкультуры и спорта в Сочи активно ведется профессиональная подготовка будущих каратистов. Воспитанники сочинского центра под руководством Александра Давыдова – постоянные победители турниров разного уровня. Занятия в этом просторном зале начались летом прошлого года. Азы японского боевого искусства здесь постигают около 200 юных спортсменов. К первым в жизни соревнованиям готовится и 7-летний Руслан Давыдов. С 24 по 28 марта в Сочи пройдет всероссийский турнир по карате «Кубок Кавказа» на призы мэра города. А перед этим соревнованием наш город впервые примет чемпионат России среди взрослых спортсменов. Впервые в Краснодарском крае и в Сочи будет проходить мероприятие такого ранга. Сюда приедут спортсмены из 60 регионов страны для того, чтобы определить сильнейшего в весовой категории и того, кто будет представлять Россию в 2016 году на чемпионатах Европы и мира. Провести чемпионат планируется 5 и 6 марта на базе Федерального центра «Югспорт». Вход для болельщиков свободный. Галина Моисеева, Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.